Сегодня на 20 февраля 2019 года, 2000. Утро у нас. Вот, наши кошечки сидят после ночной смены. Начинаешь работать за компьютером в нашей палате. Иначе вы что-то хотели утром делать? Да? Да, я видишь, что тут почта большая. Вчера приезжал Джастас, этот Уолкер, американец, который здесь был. С ним связались, и ты связался, там еще знакомые. И внезапно вчера приехал, он тут предупредили. Ну вот за ночь все закачал долго. В общем-то сложности, сейчас я только гляну, что получается. Вот. 2 часа 1 минута, и тут что-то 16 минут оторвало. Она 42 сама... минуты. Ну вот. 41 и 42. Да. А, это просмотры. Это просмотры. Нет, нет, а минут сколько? А, 16, да. 16. Тут 2 часа 1 минута. 2 часа с лишним все ага. Тут. Ты дома был, удобно мне было. Все засняли, ужал и поставил Господь. Только поставил. Тут вот рядом наши, которые, больше 7 нету этих. А его сразу 105. 7 и 105. Ну ладно. Дело вот в чем. У меня здесь голуби и кошки. Я сейчас посмотрю, люди спрашивают, как я в комнате, вот такую грязь разводишь, а другие, как вы любите голубей? Я просто сейчас покажу по частям. Вот выпускать их надо. А у меня вот компьютер. А голубь, он может сесть и здесь оправиться. Это не кошка. Кошка сходит один раз там в день или два раза. А птица, она все время оправляется. Говорит, для того, что освобождает себя, чтобы легче летать было, говорят. Поэтому у меня вот такой ящик, и маленько подпилены вот это, потому что она не, это, клавиатура не вмещается. Я вот так подвигаю, если даже она оправится, птица залетит, то ничего тут нету, она с этого я легко уберу. Дальше я что? Показываю, какие две коробки, вот коробка на коробке. Вот первая коробка у меня картонная, 40 сантиметров, 40 сантиметров, и длина ее... Так, 67 примерно. 67, это на 40. И ширина здесь я могу сразу показать. Раз, два, 40. Вот, 40. Это вот, а вторая, которая коробка на ней, это размер ее 33 примерно. 33, вот это вот, вторая. А это 40. Вот как они есть. Они слепленные, разные тут... Укрепленные, а еще балуется, сидит белый. Просверленные такие, ну, в палочке. И кордовая нить, привязано все. Ну и вот они у меня там сидят. Тут два гвоздика забитые по краям. И решетка туда входит. А решетка как на шарнирах. Вот она где, на веревочках. Вот я открываю. Все, бац, пошел. Так, Поля, выходи. Пошли, пойдем. Сейчас я маленько их заману. Не верится, иди что... Иди сюда, Поля. Выпускаю. Поля, пошли. Так, ноги убрать и подать дальше, чтобы не слепили. И вот посмотри, я утром остатки рыбы решил дать им. Маленькие. Ну, чтобы замануть их. Иногда они не идут. Так, ты посмотри, как он себя ведет активно. Он не дает никому, он все перебирает. Вот, сейчас я даю. И, подожди. Маленечко, вон туда идет, впереди-ка. Вот так, стой. Так, Поля, иди сюда. Поля, он отбирает у ней. Иди сюда, Поля. Поля, иди. На. Вот она как. Смотри, какая она. Не нежная. Вот она смотрит. Нюхает. Держи. Я положил. Так, теперь, подожди. Я рыжий дам, рыжий дам. Подожди маленький. Оторвал половину. Рыжая, она головка только одна. На. Ну, он такой вот активный, слепой был. Святой водой пах. Так, она не увидит, она... А, сейчас да. Я ей дам. На, иди сюда. Белый, белый. У матери отбирает, у бабки отбирает. Отобрал. Вот шармач. Ой-ой-ой. Ну-ка. Сейчас мне надо кошек спрятать. Так, так, этого я оставлю, эти убегают. Спрятать под пол. Так, подожди. О,
Вот это мать, дочь. Я сейчас подпал, чтобы голубей-то выпустить, так как? Так, подождите, ребята. Стойте. Давай. Пошел. Пошел спуск. Спуск. Вот так. Давай-ка сюда. Теперь его надо туда, пока он не убежал. Эй, парень, давай. О. Вот, теперь я открываю. Тут дыра, туда. Подпол. Там земля. И там не пахнет, еще нету. Давай, давай, не упирайся. Пошел, пошел. Пошел, давай. О, о, о. Теперь многослойная материя. Это сколько? Раз, два, четыре слоя. Это я сушил. Ну, голуби оправились, я его затер. Ну и тут положил на решетку-то. А сам сижу в воскресенье-то. Ну, у меня чуть не сгорело. Я обернулся, дыму полно. Теперь вот так закрываю. Специальная палочка. Теперь я распираю вот так. Вот все мертво. Теперь моя задача выпустить голубей на прогулку. Это каждое утро. Каждое утро. Вот сегодня мы уже помолились, встали в 4:40. Ну и сейчас уже 5:35. Это уже все у нас готово. Вот теперь самое главное. Я стул отодвигаю в сторонку, чтобы не мешать. Этот стул они выпрыгнули в сторонку. Теперь надо разблокировать голубей. Но сначала подготовить место. Я вчера еще принес. Это у меня... О, глянь какие. Какие бруски тяжеленные, березовые. Это сейчас я буду их подготавливать. Это у меня дощечка такая. Ну, большая, конечно. ДВП. 43. Это. ДВП это. ДВП. 43. 43 на 47 примерно. Тут тазик. Это все, все одинаково делается. Каждый день. Каждое утро. Я теперь сниму, эта обувь мне мешает. Чтобы выпустить их оттуда. А, говорит, любит, а сам их режет. Как? И куриц любим, и овечек ласкает. А осень придет, убирает. Почему? За грехи человека. А кто по-другому что говорит, это просто лицемеры. Мне один раз пришлось селекцию делать голубей. 300 голубей, 300 убрать. А что значит убрать? Заколоть. Отеребили, помогали. А потом людям раздать. Вот, а это какой-то плакат был. Очень хороший плакат. Крепкая такая бумага. Вот теперь я ее должен здесь распределить как надо. Потому что птица отправляется все время. Так, я сейчас показываю. Вот смотри как. Вот так, теперь под стул маленько. О. О. Они заходят сюда и оправляются. А чтобы бумага не летала, я ее брусками закрепляю. Это каждое утро и в 4 часа, ну сейчас попозже маленько, 4 с чем-то, там 4:15. Точно так же делаю, все точно так же, выпускаю. Вот они у меня на прогулке побудут не больше часа. Снова опять же все возвращаю, маленько не так уже будет. Вот так. Теперь у меня тазик. Ну какой тазик-то тут? Я же в диаметре он где-то 40 сантиметров, водой налитый. Да еще голубям купаться. По-другому никак. Тут у меня отдельная вот такая, она чтобы не опрокидывала, железная просто так, ну специально или как, основание такое, голубь я опрокинуть не может. Дюря, а здесь, дюря алюминиевая она. Да, дюря алюминиевая, толстые, видите, перегородки. А здесь крупнозернистый песок и скорлупа яичная, куриная, перемолотая. И соль добавляю сюда. А чтобы они это ели ее, я им добавляю семечки.
Семечки — это самая любимая их еда. Так, вот сколько у меня делов, и по-другому никак. Так, у меня здесь все как будто бы. Это убрать. Дальше голубята. А они на бумаге скользят, и ноги у них пропадут. Поэтому у меня для голубят специальная материя. Ну, я на обратной стороне, потом постираю. Вот какая. Это для голубят. Это два раза в день. Вот представь себе, кто-нибудь посмотрит. Ну, ясное дело, что осуждать будут. А, возится, еще не надо. Ну, надо, не надо, ну, вот. Теперь, голуби у меня здесь, когда выйдут, надо, чтобы они приучились слетать. Они до этого не слетали, тут летают, а мне надо, чтобы на пол слетели. Я им приманку делаю, семечки. А чтоб песок ели, в песок маленький бросаю и зарою, они его доставать будут. А здесь голубята, чтобы они подошли к голубятам. Интересно, там кормят, а здесь нет. Вчера первый раз видел, как мать кормила. Обычно, как только вывела, кормит сам голубь, отец. А она в организм накапливает энергию. Ну, недели три пройдет, она уже по-новому все у ней. Опять любуется, опять гнездо второе я им сделал там, там внутри. Вот, теперь самый акт. Вот кошки, когда у меня тут были, тут что сверху? Лежит у меня портянка. Вот подойди-ка сюда. И сверху, чтобы не полетело все, мощнейшая железяка лежит. Она вот так вот ее придавливает. Ну, в сторонке. Кошки тут спят. Паля и белый. Теперь я это убираю, газету. Вот. Тут у меня лежит рукавичка. Я ей помет выбираю, где там. Голубята-то они отправляются на месте, и надо оттуда выковырнуть отовсюду. Вы еще не объяснили, почему мы кошек-то закрываем туда? Кошек закрываем на ночь, потому что они открывают, и это оттуда идет холодный воздух. Поэтому мы их закрываем. А ну, рыжая-то она как будто спокойна. Перед этим, перед сном, Володя их туда всех закрывает, чтобы в туалет сходили. Ну, минут там, сколько они там бывают? Минут 10. Ну, больше бывает. Да. И то потом выпускает их. И начинает распределять. Вот сюда его. Во. А здесь у меня, вот посмотри, вверху. Вверху здесь вот еще было сделано гнездо. Но оказалось оно ненужным. Я туда рукавичку кладу. А закрывается вот эта перегородка. О, перегородка. Теперь я опять кладу эту бумагу, закрываю. Сделаю сейчас подсветку там у себя. Вот они здесь сидят. Вот посмотри туда, где. Вот новое гнездо, голубка уже мастится туда. Вот. А это вон они, видишь, сколько оправились? Это пока не буду здесь, я буду убирать, чистить. Где он сам-то? Отец-то где? Вот он здесь, с этой стороны. С этой стороны. А вон они сидят, вон они. Они большие уже. Ну как большие-то? Теперь я их вытаскивать буду. Сейчас я руку полезу туда, достану его. О, давай. Это уж я их второй раз вытаскиваю. Нет, третий раз. А на материю второй. На бумаге они идти не могут. Здесь они еще будут оправляться. Вот они где. Вот они. Пошел, пошел. Сейчас они тут оправятся. Вот оно, все. Выронил. Так, теперь этот оправится. Должно быть. Так, теперь эти будут вылазить. Мне надо их примануть, чтобы... Я им туда семечки вот сюда сыплю. И вот сюда. Чтобы они вылезли оттуда. И на пол насыпал. Все. Теперь я их крещу, беру. Так, что мне здесь надо взять? Подождите-ка, дорогие мои. Я беру бумагу, которой я буду убирать там туалетные принадлежности. Здесь у меня специально у печки. Вот посмотри на решетку. Стекается нож такой. Вот так он здесь отдыхает. Теперь я сразу подхожу к этим. Пока не растоптали. А ничего не сделаешь, остается. И вот так ножом собираю все с них. Ну что? А? Вот они растут у меня какие. Тут они сцепляются ногами. У них ноги нормально. Вон она вылазит. Гляди, поверни голову. Гули, 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 гули. Я их сейчас выманывать буду. Подожди-ка, ты можешь сесть вот сюда вот. И сейчас, сидя, оттуда будешь снимать. Никаких движений. А то я тут все уберу.
Гули, 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 гули. Сейчас я их вызову сюда. Как они будут кормить их? Гули, 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 гули. Ну вот они мои красавчики. Все, утренние. Там наверху голубятня, там спят они, еще спать будут часа 2-3. А эти пораньше, ну потом буду выспаться. Так, гули, 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 гули. Он ей помогает. Так. Гули, 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 гули. Сейчас будут слетать, обязательно. Они уже знают, тут для них семечки. Хорошие мои гули, вылазьте. Да пошла добирать. Гули, 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 гули. Вот она вторая вылетает. Вот около самых ног моих сидят. Вот теперь он клюет семечки, попутно захватывает песок. Ну там еще глины надо. Ну глина не насыпала, она глина комками. Вот. Как они кормить будут, нет. Так они шевелись никак. Вот один раз показать, сколько. Ну, это на голубятне там этого ничего не делаешь. Дал и ушел. А здесь убирать, застилать. Вот он оправился. Это все я буду убирать, потом заскабливать. Хороший. Так, я еще не сказал одно дело. Сейчас я их спугну маленько, чтобы они на кухне не залетели. Это опасно. А там плита горящая. Я здесь вот приделал. Надежда Васильевна дала нам тюль. Ну, чтобы она не дернулась сильно, потихоньку разворачиваю. И этот тюль, чтобы тепло-то шло, а внизу палочки прибиты. Вот. Я вот так вот закрываю. Вот так, чтобы ходить можно было. Ну и все, они прям подходят рядом, охота им зайти. Туда, все. Я опять возвращаюсь к прежнему. Они сейчас успокоятся и придут. Я тут своими делами заниматься буду. Они вверху. Пока поснимай. Гули, гули, гули. Полная тишина. Они сейчас быстро придут.
Игнатий Иванович? Игнатий Иванович? Вы им там зерна-то не насыпали? Ага. Гули-г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 ули. Вот сюда надо. Ну, я потом уберу, они там управляются много. Этот загнулось. Так, что делать? Материя загнулась. А это хорошо. Они не перелезут туда. Загнулось это, чтобы они не перелазили. Я палочки тут положил. Вот они. Вот они, гули мои, гули. Специально семечки. Это дефицит такой. Ну, тут приходится вот так. Вот я движение делаю. Надо замереть. Это снять все сейчас. Дети-то не проснулись, они их не кормят, они не голодные, вот в чем дело. Они накормили его. Уже кормили? Он кормил, он. Он кормил. Вот. Видишь, у него хохолок, а у нее нету. Носы разные, это две породы. Я не смотрю за этим, я не голубевод, я просто любитель. А она красавица, как точеная вся. Ее кто-то мне прислал. Или где-то на дороге подобрали, не знаю, но она не моя. Да, на дороге. Дело в том, что когда венчание в церкви идет, а эти голубеводы приходят и дают сфотографироваться с голубями. Я не знаю, ну какая-то цена там дается, я боюсь ошибиться. И когда здесь было бракосочетание наших знакомых, они приехали, дескать, бесплатно. Ну я им сколько приехал, всем гостям, всем в руки по голубям. Если невеста одета в брачное такое, я ей черного дал, они на ногах, у них такие шпоры. Ну, перья, как на крыльях, длинные. Ну, это видно, вот когда Наталья Приходько венчалась, я дал. А жених, у него белый, черный костюм, ему белого голубя, чтобы заметно было. Значит, покормил он их. Все, теперь за ними я буду убирать. Сейчас нужно им посыпать, чтобы они залезли туда, и я закрою. Понимаешь, он наступил на край. Я коробочку поставил, баночку, они ее опрокинули. Теперь только, вот она теперь, там нет семечек, это она сама клюет теперь это. Ей нужно это для создания скорлупы у яйца. Ну, а вон хозяин. И вот говорят, живут как голубь с голубкой. Нет такой птицы, которая так часто бил бы жену. Вот он, и не подкаблучник, это абсолютно точно голубь. Да у птиц как-то это гаремное такое, а вот здесь они пара связаны на всю жизнь. У меня тут была одна голубка такая, белая, и она, видно, уже пенсионерка была, заболела. Но у нее тут молодые, можно было бы ему, нет, он за ней, коричневый такой был. Как они в комнату заходят, я его пускал прогуляться, дверь открыта летом, и он сюда ее провожает. Она залететь не может, я ее подниму. И вот он ее обихаживает, целует, клювом там перышки ее перебирает. Вот они где. Вот если я ногой шевельну, они взлетят. Вот ребятишки в лагере, они этого не понимают. Поближе посмотреть, суслика в норы. Ну, шагнул ближе, он в нору залез, больше нету. Надо уметь издалека смотреть. Вот я смотрел сурки. Ну, суслик это маленький, а сурок-то большой. И как едут? И стреляют. И набито у него там, я не знаю сколько, ну, 40 штук, представь себе, тащит их. Показано, как обдирает. Никто ничего не говорит. У меня увидели голубя, я режу. Как завопили все. Ну, куриц режут и все, а, да это любой скажет. Ничего противозаконного нету. Приносили в жертву за каждого ребенка 2 голубя. Вот она как. Потренироваться надо. Крылья-то засиделись. Показывают, как с вертолета волков стреляют со снегохода. Ну, везде показывают. Привезли контейнера птиц сразу 250 тысяч. И как их загоняют туда, как что, и да, обделывают, а дальше уже забыли. Рыбу ловят, рыба мертвая, кита показывают, как гарпунят, как он долго мучается. А здесь нет ничего. Одна секунда. Вот мне священник один и говорит, а у вас кошка, вот бывает, котята, что делаете? Ну, сколько, если надо, оставляю. А нет, значит, пошел пласт земли, копнул лопатой, подложил туда, закрыл и все. Это действительно биомасса. Нет, нельзя так. А я говорю, а как? Ну, пускай растут. Я говорю, а потом? Ну, я выезжаю домой, они остаются на даче.
Ну а дальше-то они ко всем лезут, облезлые, мяукают, никто им не дает, и они там засыхают и пропадают. Это нормально. Не монашка одна была, послушница, а я, говорит, так делаю. Кошка катится, я в тепленькой водичке их топит она. Значит, это ничего. Все нормально. Вот этот. Сотовый. Слава Иисусу Христу. А почему ты звонишь? Не... А, ты лежишь, вот в чем дело. Ну, не сильно болит-то? Володя сегодня идет тоже, там что-то к врачу надо. Да. Ну, там видно будет. Все. Слава Богу. Вчера этот американец Джастас Уолтер у меня был здесь. Все записали. 2:20 беседовали. Ну, с Богом. Ну что, с Богом. Аллилуйя. Вот они сидят. Теперь, чтобы их туда замануть, вот шагать-то надо, не наступить. Я сейчас им туда брошу семечек. Ну, маловато, уже все поели. Надо, чтобы они залетели туда, я их не ловлю. Раньше пытался ловить, сделал такую, как сачок, а они боятся, а сейчас ничего не трогаю. Вот они осматриваются, уже он увидал. Надо, чтобы оба залетели. Тогда я их закрою. Закрою, окошек выпущу. Если не залетят, значит, еще побудут. Вот тут я не даю, чтобы она туда летела. Вот она должна к нему. Я специально ногой шевельнул. Сейчас она туда. Если они туда зайдут оба, я могу их закрыть. Она туда не хочет. Сейчас я ногой маленько. Вот я бы только туда, к нему. Села бы туда, я бы сейчас закрыл. Но если не закроют, значит, утренний мацион продолжается. О. Ты, если пойдешь топить, захватишь мне ламинированный новый, это, для слова Божия нет, туз, он, посмотри вверху. Теперь там одна, я вчера этому Уолтеру отдал. Его правильно, я думал, Юстин, Юстин, или не так я говорил, Юстиниан. Оказывается, Иуст, он говорит, Галат, этому, Деяниях апостолов написано, Джастас, это американцы. Иисус там бывает, Иисус там еще как-то, а это никак, Jesus, даже ни одной буквы там такой нету. Американцы пишут одно, а говорят по-другому. Вот такое у нас утреннее правило, вот начинает шевелиться. Через неделю их не узнаешь. Через 2 недели они уже летать будут. Быстро-быстро растут. Вот они, сытые, справные, ножки у них ровненькие. И когда они знают, как кормить. Вот, оправиться сейчас, пятиться. Раз, все. Это все надо убирать. А когда все закончится, ну, а тут ничего нету, и звездка одна. Вот они где, уже ходят. А голова, как у грифа, голая. Напиться надо. Пьет, как лошадь. Она, как курица, не поднимает голову. А вот клюет голову, как лошадь пьет. Вот она воду пробовала носом сейчас, это означает, она хочет купаться. Но он отошел, и мы близко тут, и она побоялась лезть в воду. Ее сушить надо, тогда ее не загонишь до обеда. Все. Так,
так, так, так, так, так, так, так, так. Так, ребята, назад, 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 вот так, мои хорошенькие. Вот так. Все. Теперь надо с этими расправиться. Ой. Потом я все уберу. Сейчас, пока не размонтирую, все снять надо будет. Ну что, пошли домой. А, я тогда вот так приучаю. Они у меня с руки будут есть. А приучаю так, у него большой нос. Я вот так занос его. Как матерь, мать берет. И вот так вот. А потом так семечки начну с пальцев давать. Вот они как. Маленько его пош... Ну-ка. Ну-ка, давай. Нос-то какой большой. А породистых нос маленький. И они не могут взять за нос. И поэтому яйца подкладывают под непородистых. Ну, вывели уродливые голубей. Но они красивые. Декоративные. Ну, пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот оно как. А вот теперь надо, чтобы они не вылетели, когда я буду поселить. Ой. О. Так, они у меня очень спокойные. Теперь я их туда. Надо точно-точно в гнездо посадить. О, так, так, а под крыльями-то еще, это все будет пухом покрыто. Так, теперь, так, подожди, подожди, усыпился. Вот кошек их выпустить, они сейчас их мгновенно проглотят. И не отобрать ничего нельзя уже будет. О, а теперь подойди сюда и посмотри, как я их посадил. Вот они сидят. Я их трогать не буду. Вон они. Это у них гнездо. Сейчас я буду, когда залетят туда, начну делать чистку туалета. Все. Сейчас начинаю приборку делать. Тут между двумя гвоздиками решетка. Тут ее не выдержать никак. И тут они пролазили, кошки оттуда. А теперь деревяшками все покрыто. Просверлили. Так. Теперь что делаю? Убираю вот эту вот. Как тюль убрать? Палочки я на них накручиваю. Это два раза в день. Вот представь, каждое утро скажет, чем занимается человек. А знаете, как это здорово? Держать голубей. Вот интересная статья в «Алтайской правде» была. Ну, это губернская газета. На развороте. Два. У злого человека голуби не водятся. Я даже сейчас покажу. Подожди-ка минутку. Вот, смотри. Я выделил. Так, так относиться, сретение. Тут нету как будто бы у меня здесь. Так, где-то смотреть надо про голубей. Беседа, Венспис, вот. Алтайская правда, номер 19 февраля 2005 года, страница 3, заголовок. Голубь никогда не живет у злых людей. На меня что говорят? У меня доказательства, у вас нет доказательств. Меня проверено со всех концов. Ни КГБ, ни фильмы, которые снимали, ничего у меня не видели. А это, который там Синицкий, это все нарочно. А почему не отвечаете? Да это не про меня он пишет-то. Не про меня. Второй заголовок. Дальше. Голубь. Птица мирная, голубь-птица мирная на этой же статье. Поэтому он никогда не живет у злого человека. У меня три голубятни, притом всю жизнь я держу, да еще и в комнате. Ну, найдите, у кого в комнате и три голубятни на улице. Да голубятни-то какие, не просто голубятни. А там 9,6 метра высота. Высота специально пристроена, такое сюрреалистичное строение. Вот. Интересно, когда я это прочитал статью, я не знал этого. Но только я знал, что голубь сильно влияет на человека. И у меня сестра там у старобрядцев. Я говорю, ты там узнай, старобрядцы держат или нет. Потому что они такие, я говорю, свирепые. Просто невозможно. Притом не один, не два человека, все между собой. Вот это... Она через два года отвечает, говорит, нашли одного. Я говорю, где? В Красноярске. Я говорю, что... Он, может быть, пришел с голубями к вам? А, ну да.
А, так он не природный старообрядец. Он и не старообрядец фактически. Раз голуби есть, он не старообрядец. Вот они сейчас будут опускаться. Голубь – птица мирная. У злого человека не водится. Я один раз видел, у меня голубка, она уже ослабела. И она залетела на туалет. И мне пришлось тащить лестницу, а она ждет. Она ручная. И я ее снял, занес, а в ней грудь. Оказывается, падал снег, и она дышала. И грудь у нее сосульками. Как делать? Дергать. Перышко вылетит, у нее грудь будет голая. Я ртом брал, и ртом эти сосульки растаивал ее. И кто посмотрел, скажет, антисанитария. Ничего, никогда не болею. Орнитология все покрывает. Первая книжка, которую я прочитал, ну, она была страниц на 550. О птицах вся. А тогда выходил журнал, вот, Виталия Бианки. Меня это тронуло. Бианки, это итальянская фамилия. Виталия в деревне не было. И он научил меня этому. По тени определить, по крику, по отпечаткам ног, по форме, когда распростает крылья. Мне Господь это дал знать. Вот я когда пас с отцом, и птички маленькие летают где-то, я залягу и лежу. А тут бинокль был, не знаю, в бинокль наблюдаю. И как только она червяка несет, села, я знаю, она к детям. Теперь я со всех ног бегу. Да, рядом поставлю вешку. И вот пасем, у меня все поле в вешках. Я каждый раз проверяю, как они растут. Все птицы, какие есть в Потеряевке, рядом, я сейчас не знаю сколько, ну, может быть, 55 разных птиц. А люди-то знают не больше, ну, 10. Это он залез, песню поет. И он залез никуда-то, я заранее знаю. Он в гнездо новое залез. Вот подойди сейчас, глянем. В новое гнездо залез, он ее приглашает. Ты посмотри, какой я устроил тебе там. Загляни туда. В гнездо. То есть он не с детьми, а туда, вон он в углу залез. Это новое гнездо я им сделал. А чтобы не летало, я которое беру помет и по краям смазываю, чтобы засохло. Вот он сидит. О! Сейчас я буду убирать. Как я буду убирать? А вот смотри. Так. Ну ладно, ничего там не сделается. Теперь я беру бумажку. У меня такой бумажки много. А бумажки я покажу, где берем. И начинаю вот выскабливать. Ничего такого нету. А, антисанитария, говорят, которая там. Антисанитария. Ну, вы болеете, а я не болею. Какая антисанитария? Я в природе живу. Дальше. Вот она такая, у него слизь тут идет. Раз. Ну и что, какая антисанитария? Все убрал. Ну, тут и все. Так, минуточку, надо бумагу затереть. Ой, ой. А потом там покажу, как делаю. Покажу, что это за бумага, она хорошо впитывает. Так. Теперь надо посмотреть, где еще. Вот отправились. Это я туда закрою. Вон туда. А под обогреватель. О. А потом еще вы их заколите. Ну, в первую очередь, надо сказать, что я не ем мясо. Ну, а куда девать? Пищу я готовлю на них. У меня там 45. 45 осталось. Да здесь 25. Ну и считай, сколько? 70 голубей. А птица очень прожорливая. А где же я наберусь? У меня, конечно, много отходов. Игорь Барабаш дает. Ну, предел всему есть. Да и зачем они мне? На зиму держат гусей. Остатки убирают овечек. Осенью начинает колоть. И как? Это нигде по-другому не было. Вот оно что. Смотри, я убираю как. А как? Это ничего. Надо за красоту платить. Так. О. Так, я сейчас посмотрю.
Есть или нет еще? Меня снабжают все отовсюду. Вот этой бумагой хорошей снабжает соседняя организация. Какая-то компания. Если компания, это значит собрались вместе, компания военная. А компания, ну это здесь хорошая организация, какая-то ветеринарная. Вот я ее режу пополам. Что здесь есть? Сейчас покажу. Пока, ладно, сиди спокойно. Я сейчас покажу. Ой. Они почему-то выбрасывают. И выбросили вот. За... Ой-ой-ой, ты можешь подержать, посмотри. Вот. Посмотри. Так, какие? Что тут написано? Ой-ой-ой. Все для офиса. 2017. Вот. 9. Это одинаково. Раз, два, три, четыре, пять. Это вот оно как пакет. А теперь я ее раздираю. Вот она как. Она склеенная. Вот открываешь. А что там все? Вот она сидит. Одно кресло, второе. И как края. Видишь, по краям видно, что тут. Зеленая, красная. Бумага отличная. Я их раздираю. А потом прорезаю. Ими все везде убираю и растопляю печку. То есть мы набрали так много. Здесь мусорный ящик. Они его ящик там закидали этими. Я не мог так понять, почему так много и зачем. Вот, а чтобы легко было брать, вот эту концовку можно отодрать, потом убрать. Вот оно, все. Милости просим. Теперь я иду дальше. О! Вот теперь сейчас буду собирать. А нож у меня где? Здесь? Здесь это убрал. Теперь все это убираю, сушить нечего. Я перекидываю, и оно внутри оказывается. Все, под кровать. Это под кровать. А это я теперь сюда кладу. Теперь начинаю убирать. Ох, какие бруски понаносили. Березовые, тяжелые. Это Валера Сокольский. Да, я знаю, Валерий Сокольский привез. Да. А здесь... Теперь я должен убирать тазик. А теперь его закрыть. А теперь, чтобы она, кошки-то прыгнут на край-то и перепрокинут. А вот не прокинут. Я сюда противовес. Это каждый день два раза. Вот любой посмотрит, ну и не поверит, другие осудят. Какой-нибудь Синицкий там, он сейчас скажет что-нибудь, палку эту куда-нибудь засовывает. Человек больной, за деньги, говорит, а мать родную продаст. И вот сейчас они на меня уже сколько роликов, я не знаю сколько, три официально поставили там. И утро каждый собирает мне тут, выкидывает, теперь обнаружили, он такой-то уголовник, там бабку изнасиловал. Я ни это не считаю, ни его не смотрю. И что он делает, я не знаю там, что за ролики, зачем мне это надо. Если он говорит, и это отрицательное, повторяю, это ложь. Потому что зачем бы отрицательно приехали ко мне, фильмы снимали государственные, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм, первое предчувствие. Второй фильм занял первое место в России, «Златоуст из Потеряевки». А они обыгрывают даже слово «Потеряевка», это вот потерялся. Это фамилия Потеряев, первопоселенцев. И вокруг него вот эта шушера, и он, видимо, плывет в этом. Один день ничего нету. Я благодарю Бога, что он на меня напал. Он до этого везде клетал, разного хватал. Ему заказ. А он берет мои ролики, из них там выщелкивает и по-своему пытается толковать. А видно, ну мерзость. Он не знает, на кого натолкнулся. Я его сразу занес в списке молитвы. Я о нем молюсь. Теперь ему ничего нельзя сделать. У него там что-то будет такое, что Бог дал ему покаяние. Он не знает еще. Он никогда, он, ну, где-то там у пятидесятников, там эти языки, то есть беснование. Это самая беснующаяся организация религиозная. Вот вчера у меня был здесь американец Жастас. Мы с ним беседовали. Говорит, ты что так делаешь? Хохочешь. А хохот неестественный, стальной такой голос. Вот сидим, разговариваем, нормально. Я говорю, а он хо-хо-хо-хо-хо-хо. Маленько, зачем это делаешь? Это беснование.
Это беснование открыто. Я еще когда он со Смирновым беседовал, говорю, говоришь с ним, и га-га-га-га-га. Вчера идем по ограде, не разговариваем еще. Он идет сзади опять, га-га-га-га-га-га. То есть он не может, он вырывается. Вот так открыто, явно, я за 56 лет никогда не видел, чтобы был подсаженный через секту харизматов. Это все в ролике я выставил. Я его не осуждаю, нет. Он больной человек, больной. У него так и с детства он такой. Но это подсаженный. Он родился не с этим. Я говорю, ты можешь не хохотать. Горе смеющимся ныне. Смех ваш обратится в плаче в рыдание. Господь сказал, блаженный плачущий. Он у меня смотрит и сразу же га-га-га-га-га. Попробуй рот закрыть. Не дает. Одна из пятидесятников тут, с нашей Валей Барышниковой, прошла провожать, девушки были. Она говорит, вот сейчас вы на своих языках там что-то бормотали, а ты можешь на вокзале так? Она говорит, могу. Но я не буду. А почему? Она говорит, я тогда остановиться я не могу. Меня милиция заберет, я буду кричать и кричать, трястись. Их трясуны зовут. Это все только лишь бы не православный был. Вот вчера мы 2 часа, почти 20 минут, почти беседовали. А теперь я все собираю. Видишь, как к концу все идет. Я уже натренировался тут быстро. Так, теперь дальше что нужно делать? Закрепить их, чтобы они не опрокинулись. Белый под них головой и может порвать. Теперь голуби у меня закрываются, чтобы ночью у них не было видно. Вон она кормушка, а это у меня закрывается. Вон там кормушка. Я сейчас ее вытащу, кормушку, покажу, какая она. Вот он опустился туда. Все. Теперь я кормушку беру и насыпаю им на день. Вот оно что. Вот смотри как. Я иду сейчас сюда. Что у них осталось? Выбрасываю. Разве не нужно? А который недоеден, остается. Далее у меня здесь ведерко с пшеницей. Вот оно. Я беру две горсти полные. Смотри, как много надо. А там осталось еще на горсть. Ну, маленечко еще. После этого я туда им насыпаю семечек. Вот она, семечки у меня. Мелкие семечки. Мелкие. Так. И лущеный горох. Вот она, банка. Лущеный горох. И теперь добавляю это каждый день. Вот, целый горсть. Они любят, особенно когда она беременная. Ну, в это время ей это необходимо. Так. Все, перемешиваем, идем. Тут все у меня убрано, полный порядок. А, антисанитария! Вот туда посмотри, загляни, как там концовка, куда я вставлять буду. Вон туда в угол. Вот, зажимается она, ее не опрокинуть ничего нельзя. Я туда ставлю, ой, а он там залез туда, я его столкнул. А теперь вот смотри, как я там буду уборкой заниматься. Вот это вот. Сегодня они оправились. Железяку поднимаю. О, прилипло. О, а это кладу сюда. Дальше. Теперь я их буду когда выпускать, чтобы они оправились на бумагу. И опять я их железякой придавлю. Мощнейшее железо такое. Вот. Теперь вовнутрь туда заглянем. Вот посмотри, что там у них есть. Так. Она села на них. Это не надо. Она не понимает. Она может оправиться. Ну-ка, уйди оттуда. Вон я ее выгоняю туда. Ну-ну-ну-ну-ну. Все. А вон там около них сколько. Видишь, по мету? Я начинаю его соскребать. Это каждое утро. Утро. О, сколько набрал. Так. Вот оно все, видно где. Теперь я снова посвети-ка туда. Вон они где. Вон они около них. Надо из гнезда вытащить тоже. Пеленки, памперсы прочистить. Она сейчас будет снова нестись. Так, так, еще посмотри, посвети-ка сюда. Ну, там как будто бы все. А вот это под ними надо убрать. Сейчас я его туда спихну. Он уже слушается. Так, ну, значит, клевать будет. Еще.
Я тебе хозяин, а ты меня клюешь. Ну-ка, покажи-ка тут, сюда загляни. Как их взять там? Ага, вот оно где. Это один листик только запачкан. Я сейчас его заменю, но я на ощупь знаю. О, туда. Вон оно, что у него там есть. Видишь? Утренний мацион. Ой, пытается уклюнуть меня. Так, теперь воду. Сможешь мне тут с этой стороны зайти и показать, где вода у них? И чтобы они туда не отправлялись, сверху крышка. А вот такая. О, видал, видал. Да не трону я тебя, ну. Ой, да клюет, да бьет. Так, подожди. Там видно воду, нет? Не видно, да? Да видно, видно. Вон она. Сколько воды? Сейчас надо подлить. Подожди-ка. Сколько там? Половина. Все, сейчас я иду сюда. Чуть больше, может. Сейчас. Минуточку. Дальше что я? Беру кружку и воды сейчас принесу. Ну тут, чтобы ничего не было. У меня здесь. О! Там. Капает из рукомойника. А вот теперь маленько подсвети, чтобы я видел. О, я им туда наливаю. А ну-ка подсвети теперь, сколько там. Все нормально? Да, полное. Все, почти все закончено. Теперь они остаются, верхний этаж кошкам недоступен. Все. Теперь это все убираю. Выбрасываю. Это в помойку унесем. А теперь выпускаю кошек. Чем начали, тем и закончили. В обратном порядке. О, первый выскочил. Первый. Вторая. Паля, последняя. О! У Надежды Васильевны тоже три кошки от мышей. А у Володи там в церкви под трапезной еще три. Там черные. Здесь рыжие и белые. У меня две рыжих, одна белая. У Надежды Васильевны две белых, одна рыжая. Все, руки мою. И мою как мою. Надо показать еще как мыть. Что сделать? А вот смотри. Это термос. Это куда лезешь? Куда? Ну какой. Горяченькие водички. Теперь. О, видно, что смывается. Это нерастворимое мыло-то холодной водой, а я горячий. Ну, Синицкого там, кто его звать, Александр, помилуй его, Господи, не знает, что худо делает. Но у него этой радости нету. А у меня радость. Я при всем желании злым не могу быть. Почему? У меня голубей много. Даже я вот был в тюрьме, и там голуби. Видимо, начальство разрешает. И бывает, остаются, которые не отсылаются на зону, а здесь работают. И за ними ухаживает один человек. Вот он уголовник, он, ну ясно. Я стал разговаривать, знаешь, что так. Он говорит, да в драке было. Я взял все на себя. Драка была серьезная. А теперь он верующий стал. Все. И вот здесь я к одному приезжаю, он... Ну, после тяжелой операции все время, Кошкин. И он мне дал нынче сколько голубей. Голубей 8, наверное. Бесплатно каждый раз дает, когда приезжаю. Я голубятников не всех знаю в Барнауле-то. Все добрые. Вот. Соседи бывают там злятся, голуби его, что-то там, что-то. Что голуби могут сделать? Ну, горох выклевать. Откуда полезу? Вот все.
Так, у злого человека голуби не водятся. У меня водятся и очень сильно. Вот слово сказать, наша мама, они из Кержаков. Вон они как клюют где, видишь? Вон, посмотри. Вот теперь я им дал, сверху там светится. А время-то еще по-нашему 6 часов 28 минут. Я все уже закончил. И мама загадала, загадала именно. Пчел держала 25 колодок, а я колодки делал. Колодки – это улей, которые есть, колодки называются. И она так, последнее, говорит, сделала. А она у меня такая неудачная была, какая-то тяжелая, разной толщины доски. И она загадала, я не знал про это. Она, когда рой был, такой слабенький рой, она самый слабый посадила туда, и улей-то такой щелевой, что если Игнатий прав, то, Господи, покажи мне на пчелах. Конечно, я не знаю, насколько это правомерно, но так и было. И она приходит, сколько там, прошла неделя, приходит, все соты залиты, мед залиты полностью. Она удивилась, как будто кто-то переставил. Она их на качку раскачали, опять поставила, еще проходит неделя, полное все. Но она говорит тогда, мне еще не говорит про это. Ей, а она пчеловод, в колхозной пасеке там 70, 150 или 75 было колодок, и свои дома 25. Пошли в соседнее село в Рывки. Пришли, какой-то был праздник, 9 мая или что-то такое. Есть старики, кержаки, а они ходят, если, то со своей кружкой пить, чтобы не обмерщиться. А пить-то можно, допьются до упаду. И никого нету. Все ушли гулять с кружками своими. И мы когда домой шли, я в это время на пригорке, где там смотровая вышка гейдозическая, но я запел о Христе, о его пришествии. Что я, какой певец-то? И мама впервые встала на колени. Потом она пришла в церковь, старобрядческую пришла, никуда она. Там, где священство, белокреницкая иерархия. Вот как Бог это все делает. Еще случай с голубями. Мне помогал здесь директор ликероводочного завода, Пальталлер, Роберт Робертович. Ну, как-то через кого-то, через одного голубятника, как-то получилось, что-то познакомились. И он мне давал кое-что. Тара там, вот в чем я держу. Это, кажется, корм. Сейчас не знаю, от кого эти тюреки. И давал спирту немного, литра два. Я бывало где-то нужно что-то помазать детям, компресс сделать. И сидит рядом человек, и ему говорит. А у него большая приемная, и там эти, как, когда награды какие дают, все застекленно, в рамках. Я насчитал, кажется, 75 премий за то, что водка хорошая. Но тут я пришел не за этим. И сидит этот человек, Владимир Иванович, кажется, Косоротов. И он говорит, я привез голубей краснодарских, коричневые такие, говорит, и голубь пропал где-то. А я сижу, слушаю. Я говорю, они ростом, ну, размером поменьше наших, да, поменьше? Я говорю, а мне на них прилетел. Когда? Ну, я говорю, в среду перед вечером. Так у меня в среду перед вечером улетел. Вы не могли бы мне его показать? Ну, показать могу, но отдать не отдам. Он очень красивый. Но он приехал. Когда он увидел его, я вижу его, он поплыл. Вы не могли бы дать. И голубка-то одна у меня, теперь ничего нет. А я вам, знаете, таких породистых дам штук 6. Я говорю, Владимир Иванович, забирайте. А у него сыновья, да все такие, как он, приехали все, все радостные. И привезли мне этих голубей. А голубка-то, а он с ней познакомился. Быстро как-то нашла сам голос такой воркой, ти-ти-ти-ти-ти. Она идет быстро, а он за ней подлетает. У него ноги-то меньше шевелятся. Он отстает от невесты-то. И она осталась одна. У меня теперь, ну, этот-то найдет. Он не по породе взял. И вот он взял, довольный, и поехал. Ну, проходит, я не знаю, неделя прошла или нет. Он снова прилетает и ко мне прилетел сюда. И вот я гляжу, он в гнездо залез, она наклонилась, а он ее клювом расправляет ее, а сам что-то, а она перед ним. Маленько погодя, он приезжает. К вам не прилетал голубь? Я говорю, прилетал. Я говорю, до слез смотрел. Я уж не прошу на вашу милость. Я говорю, отдам, конечно, но последний раз. Я эту трагедию смотреть не могу. Хорошо. Он взял и уехал. Прошло недели две, он опять прилетел. И Владимир Иванович больше не пришел, а пришел к нам сюда, какой-то праздник был, проректор учебное счастье, Семкин Борис Васильевич, и все это засняли мы. Вот. А потом он у меня где-то что-то как-то, я увез его в Потеряевку, он не мог жены найти своей здесь, и там он исчез.
видимо, ястреб или кто его захватил. Я столько историй знаю. У одного ножка у нас была, застыла в воде, он отмотал ее. И он оказался на одной ноге, а детишки уже вот такие вот. И что интересно, голубка рядом с голубем сошлась, а его оставила. Это я такого не видал никогда. И вот рядом она, и она к нему не подходит, а у никаких. И он один их выкормил. Ну, корм-то рядом, он его перерабатывает сколько. Пища такая, говорит, птичье молоко. Это про голубей говорится. Вот такие картины, это я видел. Но вы же, вы говорите, засняли. Это вы, наверное, только фотографии делали? Не, тогда... Может, фотографии было. Сейчас трудно найти где. Тогда вот, видео-то не было. Видео тогда у нас не было. Да. Ну, я зачем буду обманывать? Он, видишь, как хорошо клюют. Посвети туда свет-то, чтобы был. Потихоньку, не напугай. Вот оно что. Я желаю кому, кто на меня злится, я, говорю, мирный, заговорю о них войне. Зачем они нападают-то? Потому что я не такой, как они. Мне 80 лет, у 10 июня будет. А мне дают там 55, там смотрят, когда вчера разговаривал с разными девчатами в это чат-рулетка. Ну и потом спрашиваю. Мужчина тут хороший, я один ролик вчера записал, роликов 7, наверное. Ну, я звук-то выключаю, если они ругаются, нигде не слышно. Но я не вижу, когда я считаю псалтырь-то, я не вижу, что. Я однажды глянул, они блуд творят, открыто, голые люди-то. Ну, пришлось там выбросить это, безобразный такой щад. Ну, я пришел для того, чтобы их спасать. А голуби летают, тут и они, люди у меня видят. Человеку на сердце это ложится. Понимаешь, если я этим занимаюсь, у меня все по-другому. Вот они. Пожалуйста. Это он за тенью гоняется. Благодарю, Володя. Угу. Сегодня у нас 20-е. 20 февраля, ровно месяц, как умер наш дорогой брат Сергей Козлов, парализованный. Он иконописец был, а потом иконописец он не стал писать. Он рассмотрел это все и стал на благовестие. И на благовестие у него 200... Там 20-240 роликов было, я всех себе перекатал, выставляя по одному. Почему? А в каждом из них я нахожусь. У него благовестия не было, он этого не знал. Через наше знакомство священники его любили за икону. А тут, давай, вот ты тоже бесноватый, как Лапкин. Он говорит, а как это так? Сразу отношения переменили. Потому что ты им давал пищу, а теперь ничего от тебя нету. От меня-то какая им польза? Вот, нападают, вот сейчас они слопали, говорит, Владимира Головина из города Булгар, где-то Казань. Сан сняли. И сына Анастасия сан сняли. Это круто. Это нарушение канонов. Притом должно быть не меньше 3 епископов. Все подряд каноны. Я знаю, не говорю, я не вылажу нигде. Ну, теперь удивительное дело, за Андрея Ткачева принялись. А как вы знали, что Андрей Ткачев такой? Никак. Я один раз только увидел, когда он на Украине был. И я говорю, ой-ой-ой, такой, если он в России был, он на меня обязательно бросится. А как вы знаете? Нутром я чувствую. Где-то что-то, если вот так, я его сразу, вот этого Синицкого, я никогда не слышал. Один раз увидел, как он сидит, говорит, я сказал, тут вся подлость в одном человеке. Он кого-то выкручивает, говорит, как губы, как ресницы. Я все увидел-то. Говорит, яйцеголовое это. И вот он на меня бросился сейчас. Это опыт. А что делаете? Андрей у меня всегда в молитвах. Отец Глеб Грозовский ежедневно молюсь. Не дай ему погибнуть. А дальше что? Отец Владимир, то не скрывал, хотел летом приехать. Приедут как, вот этим летом из-за этих. Теперь он свободен. Андрей Кураев тут приезжал, был. Он про меня как отзывается? Говорит, Игнатий меня по всем кочкам проволок. Я запустил, упоминая Андрея Кураева, 120 раз. И только 2 раза положительно. А остальное отрицательно. И он, несмотря на это, дал обо мне отзыв такой, что самый великий, самый знаменитый там, чего во мне и нету. Почему? А он не злой. Он не злой. Повторяю. Ко мне приезжал не кто-то, а игумен Кирилл Сахаров. 200 метров от храма Христа Спасителя, на этой стороне храм на Берсеневке Николы. И он все описал. Как идем дорогой, где-то я останавливаюсь, молюсь. Он бы увидел, что я не такой там с детьми, а он взял все положительное. Какой порядок, как мальчики с девочками близко нет. А из меня сейчас они там порнографию там или голову отрезают. Тут был один такой, Сардобек Алмазов из Караганды.
жены голову там на фотографии видит, а у меня 22 тысячи фотографий отрезал. Ну и предупредили, а он никаких. А мне сказали, он такой-то, такой-то там. Я обратился в прокуратуру, прокуратура туда, проходит какое-то время, все ролики исчезли, а оттуда пришла бумага, так и так разобрались, дали указания, и он понял, что если он запачкан, так и этот. Вот когда Матильду поставили, а тогда был Александр Калинин у них, глава этого, и на меня его Сергей вывел. Я один раз его послушал и говорю, он врет все. Воскрес из мертвых. Я говорю, Саша, ты не делай этого. А я ты не православный. Ты просто проходимец. А теперь обнаружилось, что он в убийстве человека участвовал. Два срока отсидел. А как вы-то знали? Никак. Я просто волчатину вот, чувствую на расстоянии. Ну, я не о всех говорю. Ну, а об отце-то Андрея, он такой вот речистый, где не знаю. Я один раз немножко его тронул, чуть-чуть-то, но нигде старался не задевать. А теперь его долбят, поволокли, там Щербанюк его разбирает, когда он что говорил, как бросил свою паству. Я с Щербанюком не согласен. Андрей смелый человек, отец Андрей. И он их назвал идиотами, всех этих на Майдане. А вот он грубый, это другой вопрос. Но он, а вы где были? Почему никто не сказал, Майдан начинается, сколько у вас людей? Вы могли 5000 туда послать и проповедовать с евангелиями. И захлебнулся бы сатана. Ни один не пошел. Один вышел, священник. Ну, а митингуете-то вместе с ними. Ничем нельзя победить сатану, как только постом и болит. Вот вчера был этот Джастас Волтер. Я могу поститься, а я пощусь. Как ты постишься? Сейчас Великий пост, православная страна. Ну, не ешь в это время. Никаких он не будет есть. Ну не ешь. Чревоугодие. Вот определенная щетка. Я попутно к этому все говорю. Если ты для Бога пошел, я говорю, я мясо больше 50 лет не беру. А зачем? Был у пятидесятников этих, у субботников. А они такие аккуратные. С адвентисты седьмого дня. Там приехал у них Волкославский. Он профессор у них Заокской академии. Ну и на встречу со мной лично прилетел. И вот а что вы пьете? Чай заварите? Я говорю, нет. Чай, какао, кофе. Я считаю наркотики. Правильно. А откуда вы взяли? Ниоткуда. Я сам дошел до этого. И просто сами. Ну да. А мы берем у Елены Уайт. Я посмотрел, попутно все сказать. Союз и Аполлон. Когда американо-советская была экспедиция, летали они. И учили. Эти английский учили язык, а этот русский. Я посмотрел, каким методом. Новый метод, да там это, знаете, спецслужбы, с какой скоростью можно научиться. Ну, научиться-то что, пить, да, ешь, дальше ты не научишься. Слова-то где ты возьмешь, когда ты не там живешь? А я в армии самостоятельно дошел до этого. Этот пакетный метод сам узнал. А как узнал? Чутьем. Занимаясь языком, я почувствовал. Вот в Америке был, я попутно сказать, да у меня зуб болит. Но у меня там все, синод, все это благословили. Там кресла такие привезли к врачу, врач с России один. Посмотрел, я говорю, нельзя штифт там накрутить, а на него наростить. У вас ниже десны это нельзя. Ну, нельзя все. Ну, так давайте это, выдрать надо. Я говорю, нельзя, почему? Я в университетах веду занятия. Я все на память цитирую, у меня памяти не будет. А при чем тут память, не знаю. Все попало. Все попало. Я тогда пошел здесь, а я льготник. Реабилитированный, политзаключенный. Ну, тут специально есть такая клиника, принимают. Дождался. Посмотрел, зубы эти надо вырывать. Мне нельзя. Я в школах веду, 3 радиопрограммы, институтов. У меня памяти не будет. А при чем память? Я говорю, не знаю. А, впрочем, верхняя челюсть имеет какое-то отношение. Вдруг шведские ученые, там, датские, 20 лет вели исследования и нашли с каждым вырванным зубом процент памяти, ну сколько там, исчезает. Вот и все. А как вы узнали? Никак. Я никаких опытов не делал. Ну а почему говорили так, что с зубами память идет? Не могу ответить. Эти вопросы просто говорил и все. Я почему говорю это? Господь Бог. Вот сейчас к Синицкому возвращаюсь. Он еще не знает, куда он попал. Он на меня наткнулся. Это благословение Господне. У него целая команда, которая помогает, в роликах выискивает. Это хорошо. Они что говорят, я не смотрю, не знаю. И про него, что мне скидывать, я тоже это не знаю. Там ролики уже сейчас про него идут.
Он всем надоел, он на всех кидается. Я теперь о нем молюсь. Я должен возлюбить его. Я прошу у Бога любви к нему. Ему от этого уже никуда не уйти. Я его в клещи зажал. Какие ночные, дневные молитвы. И молюсь, Господи, открой этому Александру, прости, как будто он не говорил. Ну, а если бы он сейчас приехал к вам, принял как врага, возлюбите и все. Но думайте, покаяться, думаю, нет. Он столько клевет на людей высыл, то где-то грань передена, у меня такое чувство, что покаяние он принести не может. То есть он обреченный, за всю подлость, что он сделал в жизни, он пойдет в гиену огненную. Ну, еще раньше времени. Вы спросили, я отвечаю. А такие есть, ну, которые клеветники, вот тут еще есть один там Александр, тоже в Барнауле, не хочу называть, муж нашей прихожанки. Одна минута осталась. Одна минута. Да. А? Одна минута осталась. Ну все, во славу Божию. Это надо Богу доверяться, и Бог все устроит. А чтобы они не прыгали туда, вот, не зацеплялись, я вот этот ящик, вот сюда маленько, чтобы вот этой стенки не было. Иначе они тут могут за лапку зацепить. Вот она вышла, сидит, тоскует. Все, пошли. Все. Благословен Господь.